Так, сегодня на улице где-то минус 23 было ночью. Значит, в гараже того меньше. Ну, 15-17 от силы. Сегодня завел машину без подогрева. Загорелась лампочка масла. Значит, загорится, потухнет, загорится, потухнет. Ну, я думал, фильтр. Выгнал машину из гаража. Значит, она так продолжает то гореть, то тухнуть. Ужаснулся. Значит, заливал вот такое масло. Брал у Пожидаева Николая. Мобил. Полусинтетика. Вот смотрите, раньше брал у Безрукова разливное мобил. Вот оно, мобил разливное. Вот видите, в гараже 15 градусов. Смотрите, что залито у меня. От Пожидаева Николая. Хотел его вылить с канистры, не получилось. Разрезал канистру и смотрите, что это такое. У меня 33 года водительского стажа. Я еще такое не видел. Я всякие паленки встречал, но такого я еще не видел. Смотрите, она не текет вообще. Это даже не минералка. Это, по-моему, какой-то солидол, блядь. Это что такое, ребята? Скажите мне, блядь. Как такое можно продавать, нахуй? Это холодец или что? В гараже 15 градусов. Пиздец, не знаю, ухуярил я двигатель или нет, нахуй. Я на нем проехал 6 или 7 тысяч, нахуй. Смотрите, что. Это что такое? Это, блядь, с чего это все сделано, а? Блядь, новая машина, 30 тысяч прошла. Я вообще в ахуе. У нас не страна, а хуй пойми чё. Я понимаю, он закупает его где-то. Но закупает где-то или сам делает, я не знаю, блядь. Как такое можно? Это чё? Вот такие дела, ребята. Будьте осторожны.